небольшая комната в паузине. Здесь абсолютно все необходимое. Наручники, бинокль, всякие телефоны, билеты и самое главное, презент. Мы, конечно, не трогали. Мячики. Очень прикольно. А здесь окно и сразу уже улица, где припаркована наша машина. О, еще арбузики. Небольшая кухня. Очень крутое чувство. Выходишь и сразу оказываешься на улице. Вуаля. Ну и как всегда дождик идет. Не было такого, чтобы еще дождь не шел. Да. С таким звоном. Вот она, наша красоточка. Что у нас А там куча уток. Сейчас преступление. Давай медленно, не быстро. Десант, десант. Просто замок по пути. Парк красивый. Для особых тут есть даже не топтать. Дай бог траву это задавить. Хорошо, не хотите. Не топтать. Удочки. Удочки. Thank you.
друзья, а сейчас мы находимся с вами в Чешском парке. И здесь есть олени. Рогатые. Если прислушаться, вот этот рык делают олени. Их там много, блин. Боже, мимо нас бежит олень. Привет, друг. Какой ты прикольный. Такие рога широкие. Все, я тебя люблю. А там впереди две самочки. Или маленькие детки. Ну, или подростки. Блин, вообще, это как я не знаю, белочка у нас. Что если нарушить и пойти туда хрень? Пахнет тут, конечно. Такая комната в Чешском, грумое. Вверху, видно черепица. Только кровать. Все из дерева. И все. Сейчас выходим уже на экскурсию. А тут такая пивоварня. Выходим, и мы в самом центре. Всем привет из Чешского, Крумлова. Старинный вообще город. Очень красивый.
Шалим. Нашего хостела есть улица Пантика, называется. Раньше тут обитали девушки самой древней профессии. И, в принципе, уважающие себя женщины не ходили по этой улице, потому что они хотели подумать плохо. Пантика, значит, мужская. Всем привет! Из чешского Крума Пилснер. И абсент. А это абсент. Ну давай. Я только половинку. Давай же все уже. Фу. Ого. Где-то 70. Опа. Капец. То, что я хотела. А кто знал, что она такая большая? Эх, ребята.